С третьей в самом начале тайма. И хотелось бы мне выделить Артема Дзюбу, который не только за мяч зацепился. Посмотрите, оно нам показывает конечную фазу атаки. Но именно он отдал передачу на Козлова. Делал передачу Козлов. Не бил поворотом. Три ноль. Как сегодня Спартак бережливо относится к своим моментам и бежал.